взгляде на любой экспонат, ведь это собранная по крупицам история. На патрулирование пригородных электропоездов и охрану общественного порядка на вокзалах заступил специальный страж порядка – Дед Мороз. Наш корреспондент выяснил, в чем суть этого рейда. Милана с мамой часто ездит на электричке Вышний Волочок. Знает ли она, как себя вести на ЖД-дороге? У Миланы поинтересовался Дедушка Мороз. Девочка была немного ошарашена присутствием волшебника на вокзале, но на вопрос ответила. Нельзя близко подходить. Красной поезд, номер 760. Правильно, к краю платформы нельзя близко подходить. Дедушка решил поиграть с Миланой, загадал девочке тематическую загадку. Ем я уголь, пью я воду, как напьюсь, прибавлю хозду. Везу обоз на 100 колес и называюсь... Умница! Держи подарок. Спасибо. Веди себя хорошо на железной дороге. Будь аккуратна и внимательна. Ответы все верные. За это и подарок. Дедушка встретил на Тверском вокзале еще одного маленького путешественника. Вместе с мамой Саша каждый день ездит домой на поезде. Живут они в районе. Поэтому дедушку волновали вопросы безопасности. Знаешь, туда нельзя ходить по рельсам? Знаешь, туда нельзя, да? А держи тогда подарок. И веди себя хорошо. С Новым годом. Товарищ Дед Мороз. Вези себя хорошо на железной дороге. Железная дорога была и остается зоной повышенной опасности, на которой ежедневно травмируются и гибнут люди. За 11 месяцев 2019 года в линейном отделе МВД России на станции Тверь зарегистрировано 24 факта травмирования граждан, из них 22 со смертельным исходом. «Береги жизнь» – именно так называется акция, которая призвана привлечь внимание граждан к правилам безопасного поведения на ЖД-дороге, в первую очередь адресована несовершеннолетним. Будьте внимательны и аккуратны, переходя ЖД пути и находясь на перроне в ожидании поезда.